Всем привет из Алании. Мы находимся возле пирса Class Grove Beach, Каргаджак. И сегодня у нас 29 сентября. И расскажу вам, какая погода была сегодня и температура моря. Значит, погода была сегодня 29-32 по районам Алании. И температура в море была 28,5, в некоторых местах даже 29. Да, вот такая теплая вода. Она немножко потеплела на самом деле, потому что очень жарко вчера было, позавчера. И завтра я постараюсь сделать прогноз на ближайшие несколько дней, и именно на начало октября. Так что не пропустите. Всем хорошего отдыха в Алании. Время сейчас, я скажу, уже солнце вот только-только зашло. Время 18:48. Солнце уже спряталось. Всем пока, увидимся.